Всем доброе утро. Пермские интернет-пользователи дружно комментируют новость. Пермское правительство предложило отказаться от двух наиболее амбициозных проектов развития инновационных кластеров и, что многих зацепило, продвижение города как культурной столицы. Об этом сообщил в своем блоге первый вице-спикер краевого парламента Игорь Попков. Выборочно цитирую. «Формулируется задача не перегнать регионы конкуренты, а не отстать. Да, мы будем топтаться на месте. Есть надежда, что, может, уплотнив почву, дальше сможем сделать энергичный старт». В Фейсбуке развернулась дискуссия. Не на соловей. Типа поигрались и будет, да верните просто нам статус закрытого города, и все проблемы уйдут. Протянем как-нибудь. Не случайно же и радио «Шансон» у нас за свой короткий срок вышло в передовые и возглавляет все рейтинги. Василий Мухин. Нина, ты серьезно думаешь, что если мы перестанем пафосно декларировать этот лозунг, то у нас станет меньше культурных мероприятий? Юрий Шуваев. Если относиться не как к лозунгу, а как к долгосрочной стратегии, то не вижу смысла отказываться от перспективы культурной столицы. Александр Трофимов. Вычитаем. Набережная, аэропорт и шоссе космонавтов в уме. Антон Токман. После этого Иванов должен въехать в Пермь на белом коне или осле. Кто давно не был в Москве и не видел это чудо вживую, на станции метро «Выставочная» установили автомат, который выдает билет на одну поездку на метро в обмен на 30 приседаний. Встроенный датчик реагирует на движение пассажира и подсчитывает, сколько раз вы смогли согнуть ноги в коленях. Автомат установлен в рамках конкурса «Олимпийские перемены». До 17 декабря любой желающий может прислать в Олимпийский комитет свою идею по добавлению элементов спорта в повседневную жизнь. Ну а прокатиться на метро в обмен на приседания можно до 3 декабря. В сети появилась кошачья версия фильма «Голодные игры». Вирусное видео называется «Cat Remake Hunger Games with Cabots». В описании указано, что актерами для постановки стали кошки из калифорнийского приюта. Primrose Aberdeen. Huh, what are the odds? I volunteer as tribute. Odds be ever in your favor. Woo, I'm on fire again! Ow, my leg! My other leg! My other leg! Ah, what? Two tributes can win. Yeah! Yay! Take that, Kato! Attention, we've changed the rules. Only one can win. Aww. Rigged. Rule change. Это была интернет-пробежка. Хороших вам новостей и увидимся.